Булочки из творожного теста получаются очень нежные и воздушные, выпечка быстрая, без дрожжей, такие булочки идеально подойдут для завтрака, попробуйте. Творожные булочки получаются нежные, благодаря тому, что тесто очень мягкое, не наполняйте его мукой излишне, чтобы выпечка не стала плотной и хорошо поднялась, в качестве наполнителя может быть курага, изюм, вяленая вишня или финики, нарезанные кусочками. Список ингредиентов в конце видео. Подготовим ингредиенты. В миску насыпаем творог и сахар. Добавляем сливки и настойку ванили. Вбиваем яйца, часть желтка отделяем для того, чтобы смазать булочки перед выпеканием. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Все перемешиваем блендером до однородной консистенции. Порциями добавляем просеянную муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Курагу режем мелко и добавляем в тесто, можно добавить изюм или другие сухофрукты. На плоскую тарелку насыпаем муку, ложкой кладем порцию мягкого теста в муку, переворачиваем, чтобы мука покрыла тесто и перекладываем заготовку на противень, покрытый пекарской бумагой. Верх булочек смазываем желтком и отправляем противень в разогретую духовку на 20 минут, выпекаем при температуре 200 градусов. Готовые творожные булочки посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного чаепития! Вкусняшки, подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Творог 300 грамм, яйца 2 штуки, сахар 50 грамм, настойка ванили 1 чайная ложка, сливки 50 миллилитров, 20% жирности, мука 250 грамм, разрыхлитель 5 грамм, курага 3-5 штук или горсть изюма, сахарная пудра 1 чайная ложка, количество порций 1-2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Пусть вам сегодня повезет.